Ребят, тут родилась такая небольшая игрушечка, прям для тех, кто особенно жует. Значит, сейчас, кто из вас знает четкое определение, что такое прилагательное? Давайте, 9 класс. Вот давайте, кто у вас такая прям отличница, которая может прям вот на зубок сказать? Прилагательное, это там, та 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 часть речи, которая отвечает на вопросы. Давайте, давайте. Итак, кто-кто, вы давайте, ну понятно, никто... Вот такая нужна прям, вот, которая знает на зубок. Кто это, кто это? Это вот девушка, да, с которой я рядом стою, да? Да, да. Ну давай у тебя сегодня прям это, начнешь, твой звездный час, поехали. Что такое прилагательное? Это часть речи, которая отвечает на вопросы какой, какая и так далее. Какой, какая, какие, вообще тут могут быть вопросы. Итак, спасибо тебе большое. Друзья, пока идите, пока доедайте, пока, собственно, пепси и пицца там в вас умещаются, мне нужно, чтобы вы сейчас, мальчишки и девчонки, кто сможет, накидали каких-нибудь самых странных прилагательных. Вот давайте так, как бы, задачка несложная, просто накидайте самых странных прилагательных. Нет, вот такие не надо. Итак, хорошо. А, первое какое? Друзья, 3-4. Первое прилагательное, это будет, конечно же... Итак, итак, иначе сейчас родители будут спрашивать. Итак, 3-4, какой? Вот давай первое, что приходит тебе на ум. Поехали, 3-4. Не, это другое. Красивый. Красивый. Давайте, ладно, давайте начнем со слова красивый. Хорошо, добро. Итак, красивый. Второе прилагательное, сразу сходу. Давайте на это как бы время не тратим. Так, 3-4. Было красивый, стало... Некрасивый. Это прямо вот неожиданно. Итак, хорошо, некрасивый. Думайте, следующее. Следующий прилагательный обязательно от этого мужика в такой расстегнутой рубашке, такой прям готов к лету и к отношениям, так? Полудо, супер, супер, это мощно, вот и вот согласен. Если был красивый, некрасивый, то сразу полудохлый или дохлый. Полудохлый, допустим. Итак, хорошо, следующий. Вот девушка сидит. Так, давай. И 3-4. Это, конечно же, после полудохлого он же самый какой. Вы продолжаете удивлять, да? Отлично, хорошо. А вы какой класс, какого уклона математического там гуманитарии сидят? Итак, хорошо. То есть еще раз, после полудохлого будет что? Не полудохло. Итак, готовимся дальше. Прижимаешь к себе взамен ладу по закаре. Родители, можете просто что-нибудь прямо сходу сказать? А то он полудохлый, не полудохлый? Увлекательный, хорошо. После увлекательного сразу запрещается слово не увлекательное. Это к тебе. 3-4. Интересный. Ребят, вы можете кому-нибудь такой, не знаю, странной жести добавить? Ну, чтобы этих может прилагать вообще в природе не быть. Итак. Интересно, тем не менее, засчитывается. Три, четыре, дальше. Пам-пам-пам. Железобетонная. Да, хорошо. Это чья мама такая железобетонная? Поднимите ручку. Чья железобетонная мама? О, это же интересного. Хорошо, супер. Железобетон. Это основательно звучит. О,